Всем привет! Сегодня у нас на обзоре красный кемпер uh, от Arctic Rux, Hilux и, собственно, на нем установлен наш кемпер нашего производства, компании Orma. И сегодня мы встретились uh, с хозяином Александром, и он нам uh, расскажет uh, пару слов о том, как uh, ему эксплуатируется этот кемпер. Александр, приветствую! Привет! Uh, расскажи, пожалуйста, uh, сколько ты уже владеешь кемпером? Ну, кемпером два года почти. Два года? Да. И где ты уже успел побывать с ним? А, ну, самое дальнее Марокко. Марокко, да? Да, до Марокко доехал. И расскажи, как переход границ, какие-то проблемы были? Да нет, вообще никаких проблем нигде нет. Дольше всего возвращаться домой. Больше всего дом проверяет. Да, 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 да. Расскажи, а в целом, вот когда ты выбирал для себя вариант Кемпер, да, или какие-то еще, может быть, опции смотрел. Расскажи, э, о чем ты думал, что для тебя было важно. Ну, у меня эта тема как бы давно э, стербила, можно так выразиться. Я первый раз поехал на этой машине в, ну, в относительно длительное путешествие где-то в семнадцатом году. Э, по всей Европе прокатился. Там, ну, по, по не самым там, популярным маршрутам. Но... Без Кемпера. Да, да без, конечно, не было. Не было кемпера. У меня был просто кунг и э, на, бага... на крышу багажника. Вот и на тот момент я еще до путешествия думал, может быть, типа взять каплю попробовать или может быть что-то еще взять, или ну на тот момент из кемперов были только э, в доступе э, ну из готовых с высокой крышей, mm -hmm. но мне высокая крыша как-то не очень нравится, ну чисто эстетически, ну и плюс высота совсем запредельная становится. Вот. Ну, я, как бы, поехал просто на пикапе, там, где-то в гостиницах ночевал, где-то в палатке, где-то в машине. Вот. И у меня это... -го года у меня эта мысль крутила, что, типа, надо что-то придумать. И... Как-то я был в торговом центре Декс, Dex, в Декстере, по-моему, и там выставлялись... Не то, что выставлялись, там точка у ваших конкурентов. Не помню, как они называются, по-моему. Они, по-моему, так и называются, автокемпер, что ли. В Коломне, по-моему, они. Вот, я посмотрел на, на него, ну, вроде бы, вроде бы ничего, но там, типа, есть нюансы. Вот это мне не нравится, то не нравится, все не нравится. А, потом я на эту тему подзабил опять, отодвинул в, в, опять куда-то в далекий ящик. И а, в какой-то момент поехал с друзьями в Марокко серфить, а, еще в 17 году я такой, я в, Пор в, Португалии доехал до самой южной части, там, где уже Марокко видно. Я думаю, блин, в Марокко можете типа, прямо сейчас доехать. Ну и тоже, типа, не поехал, и осталась вот эта незакрытая история. Вот. И оказался в Марокко без тачки. И такой думаю, блин, все, мне надо сюда по-любому на тачке доехать. Вот. И у меня есть друг Сергей ЛС-78, я не знаю, может, ты знаешь его. Вот, я то с ним списываюсь, говорю, слушай, вот типа вот этот кемпер, ты что не знаешь про них? И он такой, не, вот посмотри вот на вот на Орма. И Я такой посмотрел, думаю, о, ну, вот типа, ну типа прикольно. Вот mm -hmm. именно, ну как бы под мои требования все, что мне нужно, все есть, а, потому что, допустим, в Коломне то, что они делают, у них а, слишком ну, открытый, так скажем, он mm -hmm. ну, немного не то. Mm -hmm. Вот. И Ну и плюс материалы там, и так далее. И я, по-моему, даже не глядя, тоже посмотрел картинки, такой все прикинул, связался с Алексеем. Да. Он мне еще там скилочку, благодаря Сергею сделал небольшую. И, и я прям, да, не глядя, просто говорю, мне нужен красный, давайте туда все опции типа накидывайте, все, что можно. И все, перевел денег, и уже по факту. Я по факту кемпер забирал, знаешь, когда, когда вот началась мобилизация, мы в Ижевске сидели. А -а -а. Интересно, интересно, да. И ты, получив его, сразу отправился в путешествие? Да, да? мы как бы, мы, мы приехали в Ижевск, у нас у тебя тачка была забита там с мотоцикл, куча вещей. Мы, мы, мы правда, в Ижевске еще неделю сидели там, нюансы какие-то доделывали. Потом загрузились и из Ижевска сразу поехали в Володя, Кавказ. Отлично. Расскажи, а как вот в эксплуатации какие-то прям моменты, которые, может быть, тебе нравятся, ну и будем рады услышать, даже если что-то не нравится. В целом вот какой-то такой обзор эксплуатации кемпера? Слушай, ну меня глобально все устраивает. Там есть какие-то нюансы, какие, которые приходят в голову, там что нужно сделать, доделать. Но это, знаешь, как, как мини домик, там тебе все время что-то хочется там. Ой, дом, вечная стройка. Да, вечная стройка. Поэтому из минусов я даже не могу сказать, что, что бы я добавил. Ну, в смысле, не, ну, типа, переделал. Ага. А... Ну, смотри, многие люди, которые только вот узнают про наши кемпера, переживают. Есть две основные такие, знаешь, проблемы. Это подъем на крыша. То есть многие думают, что зимняя эксплуатация, или там только первый холод, все, это уже невозможно использовать. Скажи, у тебя был опыт зимней эксплуатации? Ну, и в минус 10 примерно. В горах минус 10 нормально. И ты пользовался отопительным да? Ну, конечно, да. Ну, угу. насколько я знаю, ребята, я не помню, как его зовут. Кто-то ездил в Новый год, чуть ли там куда-то в Заполярье, в минус там 20, минус 30. Угу. И в целом, ну, вроде все выжил. Вроде бы там бойлер, по-моему, у них что-то с бойлером только случилось. Они это, не это, это мы, да, это мы историю мы тоже там снимем отдельно с этим человеком. Но в целом, вот ты по своему опыту можешь сказать, что до минус 10 тебе вот было комфортно, да? Да, в минус 10 вообще отлично, mm -hmm. никаких проблем. Меньше, ну, я не помню, ну, может, там минус 12, что-то такое было. Mm -hmm. А вот еще многие переживают И... звукоизоляцию. Как, как вот можешь сказать, насколько тебе комфортно? Я, я могу сказать, знаешь, как я один раз вот по поводу зимней эксплуатации вернемся к предыдущей так, теме чуть-чуть. Единственное, что не очень... Ну, какие мысли у меня были, что типа как бы затюнинговать еще. Я был... Это было где? Это было в Грузии, в... Не в Тбилиси, а... Где у них второй аэропорт? Не в Тбилиси, в Батуми и... Кутаиси, Кутаиси. Вот. И я там встретился с друзьями в Кутаисе уже вечер, и мы такие решили прям в центре города заночевать, там недалеко от Макдональдса. А там пошел снег, такой, знаешь, прям как, я не знаю, в Красной Поляне или в Японии прям хлопьями такими повалил. И э, там буквально, я не знаю, там за 10-15 минут у меня на крыше вот такой вот слой снега. Э, чистить его как бы не очень удобно, потому что высоко. И уже там, знаешь, ночь, лениво. И, Ну, я как бы ее там худо-бедно там счистил, поднял. Но вот когда много снега, ну, типа, немного, ну, не то, что стремновато, немного переживаешь, то, что она просто реально может захлопнуться. Mm -hmm. То есть нужны какие-то придумать, типа, mm -hmm. внутри подпорки какие-то, mm -hmm. потому что она в итоге продержалась, mm -hmm. и я открываю, а там, видимо, разница давлений, как-то так это все не знаю, как это точно работает. Я, короче, открываю кемпер, там, видимо, воздух весь, там, то ли туда, то ли оттуда. Крыш просто как Без происшествия. Я не пострадал, это главное. Я видел американский кемпер, там, эти решения. Открыл, там есть разные решения. Там нет никаких кемперов. Там, знаешь, там какая-то такая пластиковая конструкция, складывающаяся, там, знаешь, там... Да, 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 да. И ты открываешь кемпер просто, так, типа... Вот и она, получается, как в стенку раскладывает. Это вот на черном кемпере. А, как я в том, как... Мне кажется, вот я ну, да, чуть-чуть прикольный, чуть -чуть, наверное, про... Да, да. Но опять же, сам по себе, э, э, ну, мне кажется, постоянно так, чтобы какую-то зимнюю экспедицию, ну, я не знаю, поехал бы я или нет, просто... Ну, я, во-первых, зим... зимой, не... ну, то есть я люблю зимние виды спорта, но куда-то ехать путешествовать зимой, ну, не знаю. Да, я понимаю тебя. Слушай, а расскажи, сколько вот э, максимально ты там, Хон, за одну поездку, за одно путешествие э, жил в Кемпере? Сколько вот ночей? И... Слушай, ну и... сложно посчитать. Вот я в Марокко поехал. Я, в принципе, из Ижевска оказался в Марокко. То есть, а -а -а. ну просто я там, ты, знаешь, там месяц там потусовались в Турции, месяц потусовались. И все в Кемпере? Да. Ну, опять же, тоже по-разному. Где-то я там у друзей иногда оставался, где-то в гостинице, там, когда мы какую-то компанию собирались. Но там где-то к родственникам заезжал, то есть, э, и у меня все путешествие за него там почти, наверное, там то ли семь, то ли восемь месяцев, вот. Но из них я половину точно в кемпере провел, ну, наверное, даже, наверное, больше. Mm. То есть, э, ну, в целом, вот э, с точки зрения длительной эксплуатации, да, то есть, вот ты говоришь, там, почти там, месяц, да, вы могли провести в кемпере. Вот как вообще э, на твоем опыте проходит, то есть, насколько тебе... Всего хватает. О чем ты, чего не хватает? Душ, например, да, вот вы говоришь. Ну, душ внутренний это прям находка. То есть это, я считаю, это должно ну, то есть, это прям обязательно не mm. стоит. Ну, я, я вот по дороге из Ижевска не, не торопясь, ехал, и там, да, пару раз попыльнулся. Mm. А, потому что, ну, в принципе, в теплое время окей. Okay. А, но вот я в Турции, ой, не в Турции, в зимой, в, в Грузии. Пару раз. Ну, там такая была температура, знаешь, там плюс 10, да, там или может, даже чуть меньше. Ну, как бы это все возможно сделать, но если было бы внутреннее, это было бы. Или ну, а, вот когда я когда возвращался из Ижевска, там вообще было ночью, там снег шел. Mm -hmm. Там, не знаю, плюс один, наверное, было. Ну, то есть это уже на улице совсем такое себе. Да, да, да. Поэтому во внутри такое оп, ну, нормально. Mm -hmm. Скажи, а вот э, до вообще. Ну, до того, как ты приобрел Кемпер, а, ты говоришь, что ты путешествовал просто с Кунгом, а, там, в да? Но в целом был ли у тебя опыт а, какой, эксплуатации хоть какого-либо, так скажем, то, что можно взять дома на колесах, может быть, как-то ранее, что-то у тебя было? Ну, нет, у меня, ну, у меня был а, а, мультивен, но я не то, что там прям венлайфил лайфил на нем, но так иногда ночевал в нем. Ага. Ну, То есть это и... не специализированные там, а просто складывались ручки, да? Да, обычный ну, мультивен, да. Ага, я понял. Вот, поэтому... Ну и как ты, знаешь, на тот момент не было столько времени свободного, чтобы там заниматься ванлайфом, потому что это... Ну, это, это нужно, типа, типа, этим жить. <laughs> Иначе это не ванлайф, это, ну, это там... Не знаю, туристическая поездочка типа того. Ну в большом автодоме я не жил. Ну вообще я, э, у меня всегда, ну еще то, когда я там, заказал Орма, я еще до этого думал по поводу что-нибудь там из спринтер, допустим, сделать. Вот и просто здесь вход во-первых, во-первых вход вот в эту тему гораздо э, проще, быстрее и дешевле, потому что, да, есть умельцы, которые там строят себе спринтер там и за два миллиона всю машину, но это все равно компромиссы, а если строить как ты хочешь, это там, это дорого. Расскажи, а по вот у тебя необычное решение, сзади мотохвост, как он себя проявляет, как, как тебе он в эксплуатации? Ну, в целом, он свое отработал, что от него требовалось, но потек этот домкрат уже под конец, но то, что от него требовалось, он выполнил. Ну, и, в принципе, его выполняет. Нам только домкрат поменять. Угу, угу. А вот в целом по автомобилю, ну, понятно, что у тебя подготовка от AfterTrax, но что-то сам еще для, для установки кемпера ты делал или... Ну, я всю, пов... всю подвеску поменял. Всю подвеску. И расскажи, расскажи, что ты делал. Ну, сзади рессора стоит, я не знаю, сколько там листов. Хочешь посчитать, там их много. Вот, а спереди Вся тавдоговская подвеска Тавдог, да? Да Ага И как вообще, ну, с точки зрения Комфорта в управлении Там, раскачка, не раскачка Как ощущается? Ну, с мотиком Своеобразно Потому что все-таки сильно смещается Центр тяжести назад Но терпимо Как бы нормально Мотик, когда снимаешь, вообще как на легковой машине едешь? Да, 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 да. А бездорожью по ты как заныриваешь или, или считаешь не съезжать с асфальта? Слушай, ну я съезжаю, но я целенаправленно не еду в какой-то трэш, потому что, во-первых, я в основном путешествую один, да. и ну это такое потом вытаскивать себя там лебедкой или еще как-то там. Да, вот. Но когда там есть необходимость где-то проехать, ну ты проезжаешь mm. спокойно. Ну вот у тебя был опыт, например, условно, эксплуатации без ну, этого автомобиля без кемпера и с кемпером. Вот сравнить эти ощущения можешь или? Ну могу, конечно. Не, ну кемпер ну добавляет все равно сильный вес. Mm -hmm. а, то есть я вот сейчас зимой, ну получается, я его в ноябре снял и в мае поставил, да, в мае поставил, получается обратно. Да. Ну, ну как бы машина нормально едет и с кемпером, но без кемпера, ну ты чувствуешь сильно разницу. Ну да. Вот и плюс еще, а когда вешаешь мотоцикл, то есть я, наверное, буду менять э, все-таки пары передачные числа, потому что из-за того, что у меня большие колеса, они и так, получается, тебе э, повышают передачное число плюс кемпер, плюс мотик, и в итоге тяжеловато машине. Mm -hmm. Но это из-за колес, потому что со штатными колесами, я думаю, такой проблемы сильно не чувствуется. Mm -hmm. вот. Ну, как бы, ну, как проблема. Uh, она встречается, эта проблема, знаешь, когда ты заезжаешь на какие-то mm -hmm. по серпантинам, в какие-то подъемы, ну где и, не, и так не, не каждая машина себя хорошо чувствует, да, да, да. то есть там когда серьезный крутой подъем, ну тяжеловат, mm -hmm. ну, бывает, но в целом нормально. Понятно. Вот. А, расскажи вот ну, по итогу вот, если так вот резюмировать, э, стал бы рекомендовать, если бы кто-то стал интересоваться? Как вообще вот, или, например, люди, да, когда проходят, по-любому все интересуются, заглядывают. Слушай, ну, интересуются все, вопрос, ну, то есть, дальше-то что? Ну, это каждый сам должен себе задать вопрос, типа, зачем тебе это нужно, да, и готов ли ты на это потратить. Потому что, несмотря на то, что вход в целом не такой дорогой, как с каким-нибудь там крутым веном, но это все равно там для многих приличная сумма. А если вместе с машиной, то это уже в целом Наверное, почти стоимость крутого ЛЭНа. Mm -hmm. Вот, поэтому... Да, всем, все, всем нравится, все интересуются, особенно когда ты там где-нибудь путешествуешь. Ну, не только в России, там и за границей все интересуются, потому что там гораздо сильнее развита вся эта движуха, и ты куда не заезжаешь в какой-нибудь, допустим, кемпинг, там все начинают сразу ходить вокруг, смотреть, что спрашивать, потому что, ну там вообще кто во что горазд там люди путешествуют вот все что ездят ездят они на этом путешествуют начиная там от каких то старых транспортеров заканчивая мановскими грузовиками трехосными там где там квартира целая у тебя yeah, yeah. Вот, поэтому я бы если есть деньги я конечно однозначно рекомендую mm -hmm. и, жел... и время и желание. но опять же знаешь в чем плюс? Ты можешь сюда снять модуль, ты можешь его не понравилось, ну, ты можешь его продать, uh -huh. ты можешь в конце концов, если у тебя уже есть пикап, то это точно, наверное, стоит попробовать. Ну, это прикольный опыт. А у тебя, скажи, сначала появился пикап? Ну да, у меня сначала пикап появился. То есть ты купал пикап не задумываясь, о... а потом уже? Да. -да. О, ага понятно То есть ты, наоборот, специально прям уже под пикап доказывал. Ну да, да. Угу. А в целом пикап ты приобретал просто из... исходя из каких соображений? Слушай, ну у меня там достаточно активный образ жизни, все время какой-то спорт, там, все что угодно. Велики, металциклы, вольтборды и так далее. И в кузов все это очень удобно там забрасывать, закидывать. Вот поэтому я долго выбирал, какой взять пикап. Потому что я смотрел в сторону Халюкс, но Халюкс. Uh, столько и вот этом кузове мне, типа, не очень нравился. А потом, ну, это знаешь, это, это по ходу проведения, я познакомился там... Uh, 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 ну, в общем, у меня появились друзья, и, и у них uh, этот uh, Arctic Tracks был, там, не знаю, пятый, что ли, в семье, что-то uh -huh. такое, они вообще не, не, ну, не особо не, не пользовались, там был пробег 12 тысяч. Uh -huh. И я такой его увидел, такой, ну, я его как только увидел, такой, типа, о, нифига себе. И буквально там через месяц, через два они такие, а мы его собирать, ну, собираемся продавать. И я его прям даже вообще не глядя забрал. Тебе прям повезло. Ну mm -hmm. да. Плане. Такой вопрос появился, вспомнил. А скажи, какие вот в целом ты ставил критерии или ожидания от э, кемпера, и продались ли они? То есть что для тебя было важно, да, там, условно? Там. Я уже услышал, что для тебя низкие, низкая крыша важна была, чтобы это, ну, как бы, я так понимаю, более низкий центр тяжести. Ну, более низкий центр тяжести и mm -hmm. более, ну, меньшая парусность. Mm -hmm. Меньше. Ну, расход, я думаю, там не сильно меньше, но, ну, тем не менее, может, и меньше. Ну, внешний вид опять же, все-таки. Ну, сейчас как бы кто-то делает более-менее симпатично и с высокой крышей. А раньше там был только один вариант. Не помню, как он, Geolander, что ли, назывался, что-то да, такое. Просто. Ну, мне он просто внешний Типа так, mm -hmm. спорно. Mm -hmm. Ну а с точки зрения начинки, то есть у тебя там есть кухня, есть спальная зона, столовая, там холодильник. То есть вот эти все элементы э, устра устраивают ли тебя ну, как, тот уровень комфорта, который тебе необходим, это он ты достигаешь, или что-то еще бы хотел. Да нет, в целом, ну, как бы я в основном либо один, либо ну, там вдвоем. Mm -hmm. Ну, вдвоем реже. Mm -hmm. То есть чаще, чаще один. Для одного там места ну, более чем. Mm -hmm. Для двоих. Ну, нормально тоже. И, ну, мне просто, когда я вот я вот поехал вот в Марокко, там в длительное путешествие, у меня с собой было, ну, типа, дофига вещей под разные там нужды. И Я там периодически, там, я там что-то у друзей в Турции выкладывал, mm -hmm. что-то еще. Потому что, ну, и там вдвоем, э, ну, нужно уже как-то распределять вещи, чтобы у тебя не было какого-то там бардака совсем. Ну, да, 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 да. Понимаешь? Вот, но если какие-то... Я так понимаю, что все равно люди в основном используют модуль. Там не, не на 7 месяцев уезжают, да, в основном. Это в основном ну, мне кажется, в основном это что-нибудь типа либо праздники длинные, либо там пару недель. Да. И в таком формате вообще это идеально. У тебя все, ну, там все помещается. Потому что у тебя там и задний ряд еще, как бы, если ты вдвоем, то у тебя задний ряд ну, свободный. Угу. Ты там туда еще можешь что-нибудь поставить. Ну да. Скажи, а вот по. Понятно, про путешествия долгосрочные тут вопросов нет больше. А какие-то вылазки по выходным, может быть, на праздники, Ф здесь где-то в области. Бывает ли такое? Ну, редко, потому что я в основном летом время провожу на воде. Mm. Там редко, ну, ну, как бы выезжаю, но редко. Потому что у меня там помимо кемпера, еще там, мы там на мотоциклах в основном куда-нибудь выезжаем. по золоту, ну, там, в сторону городов, там, какого-нибудь золотого кольца поэтому летом редко. Угу. То есть, по сути, у тебя такое решение для вылазок на, зим... на зимовку? Ну, либо на зимовку, либо уже, да, уехать куда-нибудь. Ну, допустим, если я соберусь там, там на Кольске, я там, наверное, плюс-минус месяц под это выделю, потому что неохота никуда гнать. Да, да, да. И особенно вот в этой поездке в последнюю Марокко я понял, ну, то есть, у меня, у меня, знаешь, я раньше мог там до Сочи в один руль доехать вообще без остановки там, не знаю, там, ну, за, там, часов за 20 или за сутки, что-нибудь такое. А, ну, с модулем, во-первых, почему-то, ну, у тебя скорость, во-первых, меньше, и из-за этого чуть сильнее устаешь, и, а когда, знаешь, когда ты понимаешь, типа, тебе там, допустим, ну, до Сочи там ехать 2000, ну, типа, 2000, окей, ты такой поставил себе цель 2000 и едешь uh -huh. А когда у тебя там, знаешь, маршрут там на 10 тысяч или на 15, он, он бесконечный, и типа ты не можешь его там просто взять и проехать. И в какой-то момент я просто такой понял, что 300-400 км в день, чтобы успевать что-то посмотреть, uh -huh. где-то поесть, куда-то заехать и, ну, в таком формате. Uh -huh. А не то, что ты там с утра до ночи рулишь каждый день, это не ну, то. Ну да, 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 да я понимаю тебя. Хорошо. А, на самом деле, мои вопросы закончились. Да. Вот мы хотели просто пробежаться по основным таким моментам. Вот в целом я так услышал тебя, что ты доволен. Да, да. Да. И это самое главное. Вот хороших тебе путешествий и спасибо, что уделил на время. Друзья, сейчас мы услышали историю Александра. Он поделился с нами рассказом о том, как он пришел к такому формату автопутешествий, как жилой модуль для пикапа. Ну а если вы тоже мечтаете о своем кемпере, жилом модуле для пикапа или автодоме, обращайтесь к нам. У нас многолетний опыт в этой сфере. Большое производство, оснащенное самым современным оборудованием. Ну и, конечно же, штат специалистов, которые с радостью помогут вам в реализации вашей мечты. Ну а на сегодня на этом все. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.